Мульт нарисовали на основе манги «Ёшики черепаха он такая». Попыщено, бай демон. Редактор Алекс, саунд-директор. Надпись на номере «Не ссы». Я охрененно крутой дальнобойщик. Я могу курить за рулем все, что хочу. Ох, какой приятный аромат, какой запах этого дымка. Это что за нафиг? Мужик, подвези, пожалуйста. Ну хорошо, запрыгивай. Хочешь дунуть? Нет. Дык, чё у тебя в сумке? Head and Shoulders перевозишь? Не скажу. Бухло с Виагрой? Или наркота? Иди нахер, нифига у меня в сумке нету. Врешь, что там у тебя? Вещи для отдыха и ворованные полотенца. Херня какая-то! Я к тебе со всей душой, а ты со мной. Даже поделиться не хочешь. Да забирай полотенце! Пытаешься человеку помочь, а он не хочет делиться. Ну кто будет шляться в горах со всяким хламом? Это что за вундервафли? Не курит он. Ну и сволочь же попалась. Эй, куда? Я не буду с тобой целоваться. Охренеть! Нарик! Неадекватный! Свежее молоко 3,5%. Натуральное. Маленькая детская лопатка в сияющем песке. Как поэтично. Япония. Совершай с утра пробежку. Выгуливай собаку. Смотри на уток на озере. Суши белье на балконе, спортом занимайся. Эй, батя, школа в другой стороне. Ох уж эти поезда по центру города. Целые 2 минуты стоишь, не можешь перейти дорогу. Задрало. Чудесный вид на город сверху, да только самоубийцам уже похер. Начинаю читать заранее. Дом Хуана Антонио Педродиго Санта-Мария, на тегисты платье Макпичи Фукамачи. Суп, быстрая заварка. Нескафе. Шо, выключи газ, токсикоман ты хренов. Ага. Ладно, сегодня ты без ужина. Угу. Газета «Горячие новости Японии». Дальнобойщика утащили в кусты, но живым он оттуда не вернулся. И не вздумай жрать мусор. Да сгинь ты уже, нигер. Мидзуки, проснись, что опять наш мусор пожирает? Уже, блин! Где же веник и совок? Я заставила тебя жрать! Мидзуки, давай по пути домой зайдем к дилеру за травой. Чего? Какая трава? У нас же сегодня школьный махач на заднем дворике. Ух, твою же ж мать. Школота не должна палиться. Кстати, я же просила не ругать мою маму. Алалохи, с дороги, холопы. Чё, тварь?
В следующий раз с асфальтом обниматься будешь. Блохастый. Вечно он несет какую-то хрень. Что-то уже холодает. Иди лесом, я не дам тебе свою рубашку. У меня соски с подмышками не бриты. Фак, и на хавчик еще пробило. И что за хрень с небом? В натуре. Какая-то черная фигня. Капитан, очевидность. Мы искали тебя, жмот. Жмот! Базар, фильтруй! Я задолбался от ментов с вашей хренью выкаться. Погодь. Отвалите нах. Я его сам ща уделаю. Ну чё стоим? Кого ждём? Я в армрестлинге овчарку съел. Что было чихуахуа? А теперь достанем тесты и узнаем твой IQ. Это чё за нах? Гляди, шо, монстры танцуют. Мобилу забыл. Какой яркий фейерверк. Прямо как в Хиросиме. Шо, валим, пока это нам не пришили. Да уж, блин. Ёшкин дрын, жмот, походу, лимонку в сумке заныкал. А что касается пакетов с коксом, то мы нашли чуть меньше, чем один. Эта круглая хрень ударилась о камень и немножко порвалась. Было три круглых ящика, как пакеты, а теперь ищите эту хрень, как хотите. Чё это за хрень? Неопознанная летающая, что ли? Слышь, а давай оближем? Конечно, это ж прессованный кокс, мы сможем обдолбаться. Мизука, валим! Мидзушка! Тентакли! Вот же ж накрыло с головы до пят. Забыл, чем дышать. Ты куда? А ну, вставай! Плющит, плющит, меня плющит. Уплыл мой суженый. Плыви, всплывай! Что ты видела?
Вот и все. Убьет. Беспременно убьет. Маньяк окаянный. だが知らんが、我々クロノスの邪魔をしようというなら。